НТВ. Сделай Саше. Да, Сашеньке так понравилось готовить, что мы сегодня решили приготовить весенний суп. Называется, Саша, как? Окрошка. Окрошка, скажи, окрошка. Окрошка. Да, мы приготовили продукты, которые нам будут нужны для этого супа. Это зелень, овощи, огурцы, редис, картофель, яйца, да, отварные, и вареная колбаска. И вареная бабочка. Да. Мы будем сейчас нарезать все наши ингредиенты. Саша будет нам помогать. Сначала яйца от шкурки. А ну-ка, Сашенька, помогай чистить яйца. Давай, вот так вот. Постучь. Вот. И чистим. Держи. Чисти. Вот это. Ама. Молодец. Мы удаляем скорлупу. Так. Давай. Давай я помогу. Давай. Саша. Ну, Саша, ладно. Давай. Ты чисти. Получается? Да, пытается. Получается, молодец. Чистим. Сейчас все подготовим и будем резать. Это очень вкусный, полезный суп. В нем много витамин, так как тут содержится зелень свежая. Да, сейчас уже тепло. Да, и у нас выросла своя зелень. Свежая. И очень много витамин. Да. И овощи у нас. Свежие огурчики. Редиска. Тоже содержится много витаминов. Картошечка, сметанка. Входит в состав этого супа. Молодец. У тебя хорошо получается. Давай, может, я помогу? Нет. Сама? Да. Так, нам еще надо куда-то эти яйца высыпать. У нас кастрюля уже тут нарезана. Смотри, как она ножки. Ну, мы почистили яйца. Сейчас будем их нарезать. Так, осторожно. Мама Саша поможет. Сашенька еще учится резать. Поэтому мама поможет. Нарезаем кубиками. Сама, конечно. Только ручка тебе помогает. Давай, дай. Вот, молодец. Сама. 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 Осторожно, нельзя так ножиком. Это очень опасно. Поэтому, видишь, мама тебе помогает ножиком, можно порезаться. Если неправильно, им обращаться. Давай, сама. Нарезать яйца. Насыпаем аккуратно корочку. Не спеши, пока у нас не высыпаются. Сейчас мама полоснет. Мы готовим. Саша, пробуем. Сейчас нарезать огурчик. Хорошо. Да.
Еще котик. Мама, давай сначала вот этот порежем. И плюс потом следующий. Огурчики тоже надо нарезать кубиками. Вкусно? Кушай, а мама порежет. Нарезали огурчики. Складываем их тоже в тарелочку. Саша будет маме сейчас подавать редисочку. Нарезать редиску. Нет, это яичко. Вот она, редисочка. Давай поближе ее. Спасибо. Редисочку мы порежем. Будем нарезать лучок. Да, лучок, зеленый лучок. Что это? Лучок? А это редисочка. Это лучок. Можно попробовать? Можно, конечно. Вкусно? Нет? Это не вкусно. Редисочка. Тебе не нравится редисочка? Кубиками нарезаем все наши овощи. Готова у нас и редиска. Ну, приступаем резать лук. Красиво. Какого цвета лучок? Саша пробует. Саша у нас дегустатор. Дегустатор, Саша. Ну вот. Вот лучок порезали. Знаешь, какая красота. У нас целая палитра красок. Саша проголодалась, перешла на попкорн. Сейчас приготовим супчик, и Саша попробует, снимет пробу. Петрушечку мы тоже нарезаем мелко. Какой запах, слышишь? Как пахнет свежая зелень. Это просто. Вот, петрушку мы порезали. Сейчас порежем. Осталось у нас картофель. И колбаска. Будем формировать и заливать квасом. Да. Картофель мы сварили. И посыпали. Вкусно? Картофель мы сварили и посыпали укропчиком. Тоже нарезаем кубиками. Картошечку. Остался у нас последний ингредиент. Это у нас что, Сашенька? Вон, что там у нас лежит? Колбаска. Ножик мы правильно держим. Давай сначала мы ее напополам. Пап!
Да, чтобы нам было удобно. Держи. Тоже кубик. Ширить это, Саша. Теперь полосочками. Раз. Три. Четыре. Считаем. Пять. Шесть. Семь. Семь полосочек у нас получилось. Также режем кубиками. Давай сама. Мы закончили резать продукты. Все, сейчас будем складывать в кастрюльку и заливать квас. Да, начнем. Давай, бери, высыпай. Бери, давай рисочку высыпай. Следующее. Папочку. Ну давай огурчики. Потом когда. Так, следующий. У нас сколько получается? Полная кастрюлька уже. Давай мы ее вот так вот. Следующий не надо подбирать дочек, мы потом уберем все. Высыпаем яйца. А у меня мизис осталось. Зелень у нас. Зелень. И темночка. Ну вон еще колбаска. Много. Сейчас будем заливать квасом. Сейчас будем заливать квасом. Наш квас. Квас можно приготовить самим. Заходите на наш канал, и мы расскажем, как приготовить квас и рецепт нашей окрошки. А сейчас мы наш квас добавляем. Наш супчик добавляем. Сметану. И все хорошо размешиваем. После того, как мы размешаем сметанку, мы посолим. Мы же ложечкой мешаем. Сейчас посмотри, сколько получилось. Много. Ого, целая кастрюлька. Сейчас посолим и будем пробовать, что у нас получилось. Покажу и покажу. Все, солим по вкусу. Сашенька, соли. Соли, я могу подмешать. Вот, солим повыше. Все достаточно. Готово. Или пробуем? А ну-ка, Саша, пробуем. Вкусно? А сейчас мы нальем тарелочку. Ням-ням. Да, и будем ням-ням. Да, мы нальем сейчас тарелочку. И будет Саша кушать. Саша на тарелочке.
себе тоже накладываешь. Все. Все, хватит. Пробуем. Сейчас попробуем тебе ложечку. Ням-ням. Держи. Пробуем. 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 Поближе. Саша любит готовить у нас. Заходите на наш канал, увидите весь рецепт нашего весеннего супа окрошки. Ну и что-нибудь еще приготовим.